Прокат электросамокатов и велосипедов пользуется большим спросом. С 1 марта прошлого года средства индивидуальной мобильности официально признали транспортным средством. А значит, необходимо знать и соблюдать правила дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции вместе с волонтерами провели профилактический рейд, чтобы напомнить об этом жителям города. Расскажите мне правила безопасного перехода проезжей части. Надо слазить с велосипеда и... А что вы сделали, скажите мне, пожалуйста? Я забыл. А вот перед тобой ехали два твоих, я так понимаю, коллеги, да, по школе? Да. Вот девочки перешли правильно дорогу ножками. Передвигаться на электросамокате можно только с 14 лет, используя при этом шлем, налокотники, наколенники и перчатки. Владельцы СИМов должны ездить по краю проезжей части по ходу движения машин. Скорость не должна превышать 25 км в час. Также в процессе поездки следует отказаться от использования смартфона. И это еще не весь список правил. Запрещено перевозить пассажиров. Запрещено выезд, как я уже сказала, детей в возрасте до 14 лет на проезжую часть, на самокатах. Таким образом, мы информируем ребят, что нужно в первую очередь следить за своей безопасностью, за безопасностью окружающих. И, конечно же, элементарно уважать друг друга как на дороге, так и на проезжей части и на тротуарах. Напомним, что штраф за нарушение ПДД для водителей средств индивидуальной мобильности может достигать 30 тысяч рублей. Юлия Стаферова, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ.